Виктор Анатольевич, не кажется вам, что большая роскошь терять очки в матче с Уралом? Ну, мы идем на кубок. Это была тренировка перед кубком. Это же нормально. Подойди, убить футбол. Знаете, как эти говорили латиняне, дура лекс, бат это лекс. Это, блин, что вы думаете насчет ситуации с Промисом и гражданством? Лидер, что должно произойти, чтобы Панайди отмазался? Лидер, что вы думаете насчет ситуации с Промисом и гражданством российским? Я болельщик. Третий гол чистый, третий гол. Обидно, все, третий гол чистый забрать. У нас надо было четвертый забивать. Давайте.